Итак, всем привет! С вами Брикман. Сегодня будем играть в очень игру, которая очень противна. Если да, то вы явно не готовы к сегодняшнему стриму. Потому что игра, в которой мы будем играть, это Бугермен. Такие дела, ребят. Такие дела. Заткнись, я не нажимал старт. Я не нажимал старт, урод. Сиди пока в таком формате. Так, что-то у меня битрейт не хочет выравниваться. Херовенько, херовенько. Так, сейчас я быстренько перезапущу кое-что в настройках. Просто переключу, скажем так, и все хорошо будет. Сейчас, 5 сек, 5 сек. На всякий случай, чтобы не было как на прошлом стриме. И на прошлых стримах. Сейчас, один момент. Так, поехали. Окунемся снова в не очень хорошие субстанции разных видов и запахов, разной степени вонючести и омерзительности. Стартуем! Дорогой! А, надо вниз нажать. Я забыл, что надо вниз нажать, чтобы стартовать. Так, ладно, сюжет мне не интересен, я его в прошлый раз не прочитал. Короче, я же говорил, на первой локации фармить очень долго и неудобно, поэтому просто побежим вперед. Быстренько первую локацию пробежим. Жизни будем собирать на второй, потому что на второй это делает удобнее гораздо. Наша задача сейчас просто быстренько пробежать. Так, стоп, что за нахрен? Я не понял. Сейчас, 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 один момент. Я уже здоровался, Колечок. Правда, это было... до того, как я перезапустил стрим. Но, блин. Не надо ж так придираться. Работает, работает. Амко, в этой игре пароль есть, но мне их так и никогда и не написали. Давайте посмотрим сразу, как пароль посмотреть. Квит. Замечательно. Как я должен это записывать? Придурок с... О, ладно, неважно. Запишем как-нибудь. Все, быстренько пробегаем первую локацию, и все. Привет, привет, всем привет. Всем привет. Привет, Колечок, привет, Накасан, привет, Амкол, привет, Айболитка. И вообще всем привет. Red, cool, red, cool, red, cool. Да, игра зависла, кстати говоря. Привет, Рапас. Привет, Руслан 35 Рус. Да, мы скатываемся в дерьмо, в говно, стремительно. Короче, моя цель просто быстренько пробежать первую локацию и фармить на второй. Да, кстати, Джипи, про то, что надо два раза нажимать, я это на прошлом стриме уже обнаружил случайно. Я заметил, что вниз он иногда не смотрит, а иногда смотрит. И... помучившись, я все-таки разобрался, что надо именно два раза нажимать. Так, ребят, зяблик, я поменял дэшборд. Ребят, скажите, дэшборд поменен? Я потому что менял дэшборд.
Я менял дашборд. Почему пишут в чат, что какой-то странный Horizon? Там должен Бугермен стоять. Я менял дашборд. Я его менял. Так что не пишите мне Horizon. Horizon. Обновляйте. Страницу. Прям музон такой. Из низов кишечника прям записан. Композировался. Дабл. Не знаю, дабл что. Дабл. Дерьмо. Говно. Можно же про говно говорить, потому что это фишка этой игры. Пошел нахрен. Вот так. А, Юзу срач там этот сочиняет. Ты про чё говоришь, Юз, Рой? Про чё ты говоришь? Нет, эта игра не про булочит, эта игра просто про щит. Тут не только булшит, тут любой щит можно найти. На любой вкус. На любой вкус. Любой щит. Я знаю СГВ 07. Нет, моя цель просто пробежать первую локацию, на второй по-быстренькому набить жизней. Потому что тут жизни набивать очень долго, муторно, надо по каждой дереву излазить, чтобы найти каждый этот, каждый вантус этот найти. Это очень долго. И ничего увлекательного в этом нет. А во второй локации в жизни набивать... Ну, как зарабатывать, не добивать, потому что я все-таки их законным путем получаю. Вот это достаточно легко. Только ладно не подохнуть, естественно. Это уж как получится. Дабл килл. Или даже трипл. Сегодня пройдем, не знаю, Лха. Я постараюсь побыстрее играть. Но вот гарантировать не могу. Получится там или нет. Ну и как допрыгнуть-то? А, во. Нет, подожди, стой. Ага. Так, окей. Давай-давай, лети, чувак. Лети, дорогой. Еее. Блин, я что-то туплю, конечно. Совсем туплю. Так, ладно, хорошо. Пароль дает на каждую локацию, на каждого босса отдельный пароль. Окей, хорошо, будем знать. Давай хитпоинт, хочу хитпоинт. Нету хитпоинта, ну ладно. Тогда не будем получать урон. Немножко наверх залезть. Насколько я помню. Козявка метр уменьшается от харкания. Ну хотя харкаем же мы.
когда так смачно харкаем, мы же тоже с как бы соплями плюемся. Так что я думаю, это логично вполне. Блин, у меня супер харчок. Так, меня не трогайте. Меня не трогать. О, надо рыгать на этих уродов. Я так с ними справлялся на прошлом стриме. Блин, ты чувак, ты повернулся максимально не вовремя. Привет, Айдар 80. Привет, Слава Кочка. Пошел вон. Да-да-да, Виви, я тебе говорю, это логично. Давай, рассказывай. Ё-моё! Зрители, вы молодцы! Даша Фера, спасибо большое. Поносные реки, кишечные берега. Тут как раз... уже подняты все темы, которые мы поднимали на летней сходке в лесу, когда были. Про игру, про MMORPG, про говно. Какие там были бы живописные локации. Остров, остров Поноса, нет, вулкан Поноса. Остров Жидкаря. Нет, река Жидкарь называется. И много других замечательных живописных местечек таких, которые игроки бы очень оценили. Так, то это нехорошо. Спасибо, Шиферас, еще раз. Привет, Зетпер. Приветствую. Так, Хигбой. Пошел вон. Играем аккуратно, и все получится. Мне нравится, как он курицу запускает в качестве бумеранга. Это очень интересное использование курицы. Я такого не видел. Так, тихо-тихо. Я чуть не тупанул. Давайте, пускай свою курицу. Так, вот здесь уже можно понабрать жизни. Тут это нормально делается. Так что этим здесь и займемся. Так, первым делом. Так, записываем этот супер пароль. Как
как это записать, ребят? Как это записать? Объясните мне, пожалуйста. Как это записать? Пятнистый хер. Записываю. Потом. Красный треугольник. Капец, я ненавижу такие пароли, потому что... Ну что это за нахер? Что мне это, зарисовывать что ли? Картошка, перец, призрак, обогревает. Какой это перец? Этот красный треугольник, это не перец. Призрак и бугер. Да, юза нолик, Венкман, бушрут, да. Стоп, я могу его еще перебирать, перевтыкать. Интересно, интересно, вот пароли прям с ходу игры. Короче. Нет, скриншот запиливать не будем. Это не true. Тут музыка повеселее будет. Я динамично, прям охота под нее быстро бежать вперед. Ау! Я попал по яйцу. Это bullshit. Это просто щит. Красный треугольник, это не пицца? Нет! Это просто красный треугольник. Без каких-либо признаков пиццы на нем. Кроме того, что он тоже треугольный. Как и пицца. Red, cool, red, cool. Так, перец надо найти здесь. А вот и перец. И-ха! Так. Так, все. Теперь идем в бонус. Так, это у нас уровень, в котором чувствуется вертикаль. Ощущается. Что? Он упал за экран? Интересно, такого я еще не видел. Лол. Да. Ну ладно, ладно. Подловили меня, но это еще не все. Вы еще не видели всего. Да блин. Отвалить от меня, а?
Да, я тоже только сейчас узнал, что так можно. Всегда приятно что-то новое узнать. Не правда ли? Ну хорошо, будем знать. Хотя я просто пытался схватиться за нее и все. Больше я ничего не пытался сделать. Только схватиться. Но что-то не хватанулось. Опять эти колобки вонючие, как они меня бесят. Привет, Алукард, спасибо. Тебе тоже отличного настроения. Залезь, залезь, залезь. Не будь ты как этот. О, молодец. Бросай, копай говно. Вот я видел в детстве, я видел на Денди пиратку вот этой игры. Вот, я вообще практически ничего не помню. Потому что я в нее вроде, может, даже и сам не играл. И вроде она была у моего друга, и то только один день, кто откуда, от кого-то он ее получил, потом отдал. Или это вообще было не его. Ну, короче, я видел очень-очень, там, буквально чуть-чуть совсем видел в детстве этой игры, на пиратской версии, которая была на Денди. Там я запомнил момент, когда он как раз-таки вот копается в говне. И мне тогда показалось, что он его жрет с земли. Мне тогда казалось, что он его просто с земли загребает себе в рот. Жрет. Я поэтому этого чувака очень долгое время называл исключительно как говноед. Потому что мне казалось, что он его жрет. Какие дела? Попёрдываю потихоньку, да? Вот так вот. Здорово, здорово. Давайте не повторять ошибки. Да, мне хватило. Я знаю, что терпения досмотреть этот стрим до конца многим могло не хватить. Вот. Да блин. Наконец-то запрыгнул. Короче, да, у меня получилось. Носогобл, блины. Плохая лопасть враг, гнойное создание, кастрюгольник, короста, призрак. Это пердёж призрак, собственно, аромат, видимо. Какие интересные подробности. Занимательные, я бы даже сказал. Так, еще одну достанем. Во как я умею. Отлично. Привет, гаджет. Привет. Все, кому я еще не сказал привет. Да, бога. Почему уровень называется просто пиц? Просто ямы. Могли бы назвать его армпиц. То есть как, например, подмышки там, например. Очень отличное название для уровня, не правда ли? Так я не взял молоко. На зажигалку буздануть? Нет, тут перец эту роль, эту функцию выполняет. То есть тут подбираешь перец, и у тебя приобретается огненный, скажем так, эффект.
Так, ну и чё мы тут ищем-то, вопрос? Так, мы в этом уровне бонус... Ой, жизнь бонусная будет в самом конце справа где-то. Поэтому надо не падать. Так. И аккуратно расчищать зону. Да, это очень, очень ядрёный перец. Таблицу, кстати, я заполнил. Я знаю, что я лентяй жуткий в этом плане, но я ее все-таки заполнил. Так что можете прочитать мое мнение по поводу последних пройденных игр. На стенах говно висит? Без понятия, не спрашивай меня, спрашивай разработчиков. Так это все. Здесь нету дополнительной жизни даже нигде. А зачем перец-то давали? Даже не, совершенно непонятно, зачем его давали-то. Ай, ну ладно, уже не важно, мне его уже нет. Так, ну ладно, тем не менее, жизнь мы здесь надыбаем. Это 100%. Red! Cool! Вот тебе мой крик души. Так и все, и больше ни хера здесь нету. Замечательно. Как тебе роль супер-ассенизатора? Замечательная работа. Работа мечты. Да лучший герой. Его нужно срочно в последний фильм Marvel. В качестве главного героя. Лидера. Он справится. Ладно, раз жизни тут нету. Он не говорит не Red, он говорит Rad. Что означает то же самое, что и cool. Поэтому он просто говорит cool и cool. Только двумя разными словами. Он говорит одно и то же. Давай, давай, чувачок. Да, Radical. Совершенно верно. Да, это молодежный канал. Ух ты, какой ОПО появился. Крутой. Так, я помню, где здесь жизнь. Привет, Little Yay. Иди гуляй. Ты урод. Испортил мне все. Газовая энергия выполняется. Давай тоже говори бугер вместе с Гром, как раньше, спасибо, друг говорил.
Ну, блин. Я говорил спасибо, друг, как раз потому, что сам чувак этого не произносил вслух. Он-то просто говорил текстом. А раз персонаж так сам говорит, зачем мне за ним повторять? Не кул это, чувак. Это не кул. Вот то, что у тебя желтый плащ, это вообще не кул. Чтоб ты знал. Давай не подыхай. Так пусть это... Что бы это ни было, пусть оно упрыгивает. Мне вообще казалось, что это кошка. Кот. Так, жизнь вон она. Но мы там получим перец. Прыгнул прямо на башку. Он в это время копье не использовал. Я умер. Отлично, отлично. Вот что значит слишком быстрое движение вертикальное спрограммировать. Когда персонаж летит со скоростью 1 000 000 пикселей в секунду. Естественно, он будет пролетать сквозь ударятельный хитбокс врага и будет попадать в пизды получательный хитбокс, если можно так выразиться. Это вторая локация, Гобстоппер. Вторая локация. А если прям по уровням считать, то, наверное, 6-й вроде как. Да уж, печально, что я не успел хотя бы жизнь сначала взять. Потому что жизнь-то респавнится. То есть на прошлом уровне я подыхал, я ничего не потерял, потому что... Так, что я получаю? Плащ. На том уровне я ничего не потерял, потому что я взял жизнь, потом сдох, потом снова взял жизнь. А тут, блин, какая-то херь просто случилась. Я жизнь взять не успел. Как я здесь урон получил? Вот так вот я получил урон. Замечательно. Он не бил копьем вверх. Это видели вы все прекрасно. И тут тоже трешак какой-то. Или живой, блин. Каким праздничком, Догман? Где ты праздник нашел? Первый день весны это что, праздник, что ли? Блин. Так, опа. Сейчас получим. Единственное, что я терял, так это время. Ну да. Так, бежим скорее назад. Где никто не должен отреспавниться, потому что я всех поубивал. Другое дело. Теперь можно и в бонус зайти, который мы уже пробежали тоже, по-моему. Или нет? Да, пробежали. Безусловно. Так, это уровень тоже... А, нет, это не вертикальный уровень. Он не дает прочувствовать вертикаль. Он дает прочувствовать горизонталь. Сегодня день защиты котов. Да, все плавает кругом. Замечательно, весна. Весна это как раз такое время, как вот в этой игре. Вот все так же выглядит, как в этой игре. Все в соплях, в говне, в грязи. Чувак, как ты так проваливаешься? Я не могу понять. Ты прям особенный какой-то. Ты вот берешь и проваливаешься там, где никто никогда не проваливается. Давай, бери.
Молодец, чемпион. По нырянию в бетон. Да, Landstalker Zero, стрим идет. Да, вышел из толчка, молодец. Сейчас опять собирать. Что ж ты такой этакий? Да блин. Так, ладно. Идем за перцем снова. Только надо не сдохнуть еще раз. По-быстрому. Слава богу, далеко идти не надо. Правда, я теперь не уверен насчет того, хватит ли мне вантузов. Ну, как бы, что я спорю, конечно, не хватит мне их. Поэтому уровень лучше я дочищу до конца, хотя бы попробую. Вроде тут ничего сложного нету. Аккуратненько закидаю всех козявками. Так, все, конец. А там может что-то есть, кстати говоря. Надо газку приберечь. Ни одного лагнуло. У меня ничего не лагает, абсолютно. У меня абсолютно идеально все. Так что... Это уже не моя вина, это что-то с серваками какими-то, если у вас там что-то лагает. Это уже с сервисами, я имею в виду. Либо с Твичом, либо с Ютубом. Ютубу хана? В каком смысле? Привет, Зенон! Приветствую тебя! На самой привлекательной игре, которая своей красотой способна привлечь всех. А там, кстати, еще секретка. Получается. Вроде как. Там ведь что-то есть. А, нет, это не секретка. Это просто путь обычный. Давай, 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 прыгай, дорогой. Молодец. На канале Ready to сейчас стримит сестрая девушка. Молодец, Алексей Иванов. Мы стримим игру про говно. Так что... Иди нахер. Нам не нужны сисястые девушки, нам нужно говно. Блин, капец, как будто мы такие охереть какие популярные просто, что нас пытаются зрители своровать. Как будто нас кто-то смотрит. Ну, я имею в виду относительно там стримеров, больших таких стримеров. Нас никто не смотрит. Конечно, говно лучше сисек. Ноль проблем. Ноль вопросов. Прям даже не обсуждается. Так, я думаю, все. Я думаю, хватит идти назад. Я уже в начале уровня. Фу, гопстоппер. Гопстоппер предпочитает... Зачем ты сказал кул? Я ничего не сделал. Я просто прыгнул. Я ничего не сделал, просто прыгнул и сказал кул. Так, я жизнь взял. Да, я, по-моему, ее взял. Так что смываемся в унитаз еще раз. Пытаемся не упасть. Уровень, который даст нам прочувствовать горизонталь. Фаербол, как в этом, в игре бухло. Ну, Айдар, дизлайк, бан, хейт. Ты знаешь, что делать?
ты знаешь, что делать. Ну хотя, на самом деле, это все херня, надо не смотреть. Вот что надо делать. Блин, как ты не так не допрыгиваешь-то, я не понимаю. Не надо. Не цепляйся за низ. Да как ты, какого хрена? Блин, какого хрена? Ты достал. Чё это за... Чё за дрочь какой-то начинается? Отвалите-ка вы от меня все. Кобздец. Да пошел ты. Блин. Рэд, кул, рэд, кул, рэд. Молодец. Ай, хороший мальчик. Да не красный он говорит круто. Радикально. Только сокращенно. Так что вы все перебираете. Так, окей, вернулись. Так, кто там, может, что-то вначале тоже было? Нет, ничего не было. Пират в сортире, уж больно хорошая игра. Да он не портит, ребят. Зачем вы так плохо о пирате отзываетесь? Он замечательный человек. Любитель пошутить. Да, он бы оценил эту игру, безусловно. Иха! Все, пошли в бонус, и сволочь, не падай в трубу. Вернее, мимо трубы. Падай на трубу. Сколько можно? Третий раз уже это делаю. Иди, покажи им вертикаль. Дай прочувствовать. Никуда это не ушло, не по вине пирата или брика. Это ушло, это никуда не ушло по вине того. Никуда это не ушло по вине того, что... Что сама идея никуда не ушла. Зато потом появились стримчанские. Да ты...
я не знаю. Какого хера? Это невозможно, блин. Я никогда... На прошлом стриме я ни разу здесь не упал. У меня не было никаких проблем. А это что за нахер вообще творится сейчас? Так я не понимаю вообще просто. А что это за нахер вообще? Приветствую, Блайндсэш. Приветствую. Да в смысле разберись? Причем тут разберись, соберись? Я просто не могу допрыгнуть. Я не могу понять, что там со сложный прыжок такой, обычный прыжок. И какого хера я всегда мечу точно в узенькую микроскопическую яму? В узенькую микроскопическую щель, прям точно снайперски я мечу уже в четвертый раз. Или третий, не знаю. Со счету сбился уже. Ай, как надоело-то, ё-моё, кобздец. Все, 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 пошел. Бегом. Так, все, пошли. И блин, у меня вообще-то у меня газ есть. Я что-то даже не додумался ни разу использовать там газ, чтобы просто перелететь через эту сраную яму. Вот. Это ж капец. Так каким мускаловым надо быть, чтобы не додуматься использовать реактивный пердеж, который есть у тебя в наличии, чтобы перелететь яму, которую ты не можешь перепрыгнуть. Коса и Бугермен, походу, рулетку подкрутили. Следующий, наверное, про Барта будет или зомби. В смысле подкрутили? О чем ты говоришь? Рулетка неизменная. Вот так. Вот так вот. Давай. Только не падай в яму. Что? И здесь яма? Вот вы уроды-то какие, а? Это когда-нибудь прекратится вообще? Игра надо мной решила поиздеваться надо мной, просто по полной программе. Фу, кобздец какой-то это, просто кобздец. Я уже 4 раза должен этот уровень пройти, даже 5 раз, наверное. Да, антифарминговый протокол. Хотя я не фармлю, блин. Я просто беру жизнь, хочу зайти, взять жизнь, зайти в бонус,
взять, пройти бонус, выйти из него, взять еще одну жизнь. Все. Я хочу взять две жизни вместо одной. Все. Я не хочу брать 10 жизней, у меня не получится. Я могу заходить в бонус только один раз. Да, как ни странно, название уровня внезапно начинает себя оправдывать. Яма, действительно. При том, что на самом уровне ям нету, я умудряюсь падать в ямы. Давай, чувак, вот как определяется, допрыгнет он или нет? Вот я прыгаю. Он не может допрыгнуть. Я прыгаю еще раз. А сейчас он допрыгнул. Как это вот определяется, интересно? Поставил лайк, не глядя? Да, я получил урон, не глядя на игру. Спасибо, Эликмен. Ну, знаешь, поглядеть тоже стоит. Так что погляди тоже. Ставить лайк, не глядя, конечно, хорошо, но... Поглядеть тоже можно. Ничего страшного нет. Да блин, Айдар, вот не надо это говорить, как будто эта игра мне какие-то трудности вызывает. Это я какую-то дичь творю. Сам не могу понять, какого хрена. Тут, блин, сложного ничего нету. Это как говорить, что Чип и Дейл сложные, блин. Стоп, я взял перец. Я не понял. А, я уже упал еще раз. По новой. Очередной раз. Илья. Стоп, я уже все взял? А перец что, сам закончился, что ли? Сам по себе? То есть я теперь еще и жизнь взять не смогу. Вообще не смогу. Пиздец какой-то. То есть я и жизнь взять не смогу, и в бонус зайти не смогу. И просто собрать 30 хреновин я тоже не смогу. То есть это все равно, что если бы я прошел уровень, просто ничего не собирая. Окей, хорошо. Вот я час, не час, а минут 30 сидел на этом уровне. И прошел его, не взяв ничего. Круто. Не правда ли? Вот полчаса сидеть на уровне и в итоге пройти его, не собрав ничего. Не получив с него никакой пользы. Круто. Да, кабанище. Такой-то топ. Ты как здесь появился? Пошел вон. Да, анимация вот тут очень крутая. Спору нет. Куда я упаду? На врага, которого я до этого убивал. Но он почему-то появился заново. Хотя враги в этой игре обычно не появляются заново. Тут странная какая-то фигня с врагами. Некоторые враги могут просто появиться сзади тебя. То есть ты прошел уже какое-то место, убив всех врагов на своем пути. Потом возвращаешься туда, а там кто-то еще появился. И как это объяснить, хрен поймешь. Как это объясняется. Так я не понял, там вниз... О, еще двое. Сейчас не появляются. Какого хрена там появились, не знаю. Тут же внизу что-то есть, разве нет? А, нет, мне показалось.
Нет, СГВ-07, они не респавнятся, они именно что появляются другие враги, дополнительные, когда идешь назад. Я где-то видел уже похожую фигню. Такое в некоторых хаках Мегамейна встречалось. В смысле, там враги вообще респавнятся, но просто такая фишка была, что можно было сделать так, чтобы враг появлялся не из-за края экрана, например, а прям в центре. То есть ты дошел до определенной точки, там, допустим, вот сейчас на экране никого нет, ты шажок сделал, и внезапно вот прям здесь, например, появляется враг, например, или здесь, или хоть прямо на тебе, хоть где угодно. Если неправильно сделать, неправильно спрограммировать, неправильно расположить... Нет, речь идет не о подмене врагов. Тут немножко другое. Ну да ладно. Так, вот. Вот она. И как тебя достать-то? Перца здесь не давали. Вниз он спрыгивает, здесь не хочет. Окей, хорошо, вернемся назад. Посмотрим, что тут можно сделать. Перца здесь не давали. Это, блин, я точно помню. Как же тебя достать-то тогда? Рожа ты. Как её достать-то тогда? Чё-то я не понимаю. Перца здесь не было. Это абсолютно точная инфа. Что перца здесь нет. Нету его тут. Что мне использовать-то? Может, в унитазе перец. Ну, в смысле, в бонусном уровне. Наверное, это единственный вариант, который остается. Ну, блин, тогда мне не получится взять две жизни здесь. Ну, да ладно. Ну, вот и он, блин. Это вертикальный уровень. Я уже просрал перец. Замечательно. Что ублюдок этот, которого я не видел вообще за экраном, выстрелил. Так, ладно, перец я бы здесь все равно не сберег. Глядя на то, что здесь творится, я бы все равно не сберег. Окей, хорошо. Насрать. Да хватит, куда ты бежишь? Стой! Кстати, говорят, стоять. Вот там как будто что-то есть. А как будто ничего и нет. А там что-то есть, точно. Да блин! Да что за нахрен? Как, блин, как? Что за нахрен вообще творится? Чё, вы себя охерели? Кирдык вам всем. Хана. Уроды. Оборзели. Сволочи такие. Я вам покажу сейчас. Сейчас обпержу вас всех. Уроды такие. Да, иду на опережение. Капец, блин.
как игра, ну блин, ну прикольная игра, если долго не тупить. Но что-то у меня ни хера не получается, я что-то... Кобздец, на прошлом уровне я минут 30, наверное, пытался взять две жизни. В итоге получилось, что я вообще ни хера не взял. То есть я полчаса провозился, и ничего в итоге не получил с этого. Капец, короче, полный кобздец. Полный ахтунг. Швах-бабах. Я знаю, что надо ванту засобирать. Вот перец. Стоп. Перец, вот он. А как его в прошлый раз не заметил? Я понимаю, что я окей, я, наверное, урон получил, но как его мог вообще не заметить, что он там есть? Вот же он лежит. Как раз там, где надо. Ну, ладно, окей. Окей, хотя бы на этом уровне я точно... Я надеюсь, что я соберу на этом уровне жизнь. Ой, 3 жизни максимум. То есть 2 в бонусах и 1 за очки. За вантузы. Так, короче, здесь у нас перец. Мы его брать не будем пока что. Пусть лежит. Давайте не подыхать. Я думаю, это будет круто, если мы не подохнем. Это будет стоящее дело. Вот так тебе гнида-то такая-то. Отродье. Блин. Мой пух недалеко летит, к сожалению. Главное не падать в яму, не забывать об этом. Потому что падать... Чуть не упал! Не собирай ничего, в бонус не лезь, время только тратишь, пройдешь быстрее, я так проходил. Да базара нет, понимаешь? Я первую локацию так и прошел. Именно так, как ты говоришь, ничего не собирал. Потому что первая локация это муторно, понимаешь, почему я хочу собрать здесь? Потому что здесь это делается просто, здесь уровни прямые. То есть ты просто идешь, тебе не надо ничего искать. Именно что искать, поиском заниматься. Ты просто идешь по уровню, идешь, и все само собирается. Понимаешь? Чувак, успокойся. Молодец. Об штаны вытер. Здесь уровни прямолинейные, поэтому я именно вот на этой локации хочу под что-нибудь пособирать. Но что-то вот. Ни хера не получается, по непонятной причине, совершенно непонятной. Так, осталось взять жизнь. Вот она, осталось до нее добежать и свалить потом отсюда. И это все. Red! Cool! Как летит-то прям? Как летит? Прям как истребитель.
Давай-ка ты вали отсюда. Все, теперь можно валить, наконец-то. Капец, я долго провозился, я вообще не... Я уже давным-давно должен был это пройти. Давным-давно. Не знаю, какого черта тут так долго возился. Вот вообще прям сам удивляюсь. Так, ну это вторая локация была. Сейчас должна быть третья. Бургер! Так, босс. Босс надо пройти. О-оу. Ни хрена ты какая. Ох, какая крутая. Ох ты какая крутая. Акробатичная-то какая. Мечта. Мечта спортсмена. Мечта. Какая. Да, я записываю пароли. Я записываю пароли. Я понял, как их надо записывать, так что не переживайте, я их буду записывать. Как ты бросаешь свою башку, мне интересно. Так, ладно, я неправильно делаю. Как? Что я зацепил? Пиксель облака, что ли? Какого хрена? Какого хрена я помер вообще? Лови! Лови! Май прыти! Какого хрена не попал? На, сволочь ты такая. Блин. У нее инвульность какая-то непонятная. Ну как, вот какие они злодеи-то. Супер злодеи. Но умер я от булщита, это определенно. Я не должен был облако это задевать. Я все делал правильно. Все, осело. Жалко, жалко, что жизнь потерял. Босс Револьта, ее все отшивали на свиданиях, поэтому решила сварить переродное зелье. Пока варила, ее ушатала молния, а потом Револьта втянул через барьер в измерение экскремент. Теперь она тут сошла с ума. Замечательная история. Чем могу сказать? Так. Красный треугольник. Призрак. Большой белый хер. Бугер. Вообще, Айдар, я сейчас полезу искать правила 34 на эту игру. Прям сразу после стрима. Надо будет по делу отойти.
Так, короче, здесь опять начинается исследование непонятное. А какого хера? Записываю пароли. А ничего, что у меня было 6 жизней, осталось 2 из-за того, что я нажал на quit. Вот это вообще круто, блин. Зашибись. Вот на кой хер я их собирал тогда, вопрос? На кой хер я их вообще собирал? Ну, Айдар, на случай, если я проиграю, сдохну вообще. Капец. Да пройти изи, я не про это. Да я не бомблю, Бушрут, я не бомблю. Я бомблю по поводу того, что мне сказали записывать пароли. Сказали, что надо нажимать для этого квит вот здесь, чтобы записать пароли. Я сейчас нажал на квит, записал пароли, и у меня вместо 6 жизней, которые я долго и мучительно собирал на прошлой локации, у меня осталось 3. Вернее, 2. Это булшит. Ладно, похер, ничего не буду собирать тогда. Окей, убедили. Никогда не буду ничего собирать. Кроме нужных вещей. Нет, Лайнсталкер, чтобы посмотреть... Пароль не дают. Чтобы посмотреть пароль, надо нажать на quit. Обязательно. Таким образом, всрать весь прогресс. Вот это тоже крутой момент был сейчас. Очень логичный. Ну тупо, ну что поделать? Ну сделали как сделали. Бонус. Ну ладно, зайду, так и быть. Тут походу все бонусы одинаково выглядят в плане визуальном. Не ори на меня. Ладно, тут музыка клёвая. Иди нахрен. Да, что-то материально в конце концов станет дерьмом. Совершенно верно. Больше хардкора, богу хардкора. Привет, Frost Sage. Привет, Михаил. Так я не понял, а куда я иду-то? Куда идти-то тут?
А, окей. Значит, все-таки правильно иду. Так, ладно, у меня 24 штуки, давайте пособираем, раз уж каким-то образом мы столько набрали. Может, доберем до конца. Хрен его знает. Так, понятно, это только перцем. По-другому не достать. О! Отличненько! Эта игра, интересно, шлет какой-нибудь месседж или нет? Что там, мусорить плохо, например? Или я не знаю. Типа, жить в дерьме, копаться в говне, кидаться козявками, пердеть, это круто. Зрители, вы молодцы. Спасибо, Юзо, спасибо большое. Вот уж не ожидал. Да, игра клевая. Игра клевая, но мне в детстве не было, к сожалению. Привет, Сергей Голынин. Суперспособности Бугермена. Богатырский пук, львиный рык, волчий блев. Да-да-да. Мир дерьмо. Жизнь дерьмо. Мы все находимся в измерении экскремент. Какая версия? А то я с Ютуба. Сеговская версия. Сеговская. По музыке же слышно. Даже в дерьмовом мире есть место подвигу. Я не думаю, что дети до такого додумаются. Они просто будут думать, что кидаться козявками это круто. И они думают, что они увидят что-то более глубокое здесь. Айдар 80. Прям беспалевно ты у нас отсылочки делаешь. Беспалевно. Никто ведь не поймет, кроме меня. Сеговская четкость плюс один к разумности. Ну блин, я не думаю, что кто-то здесь бы мне начал советовать версии для SNES. Тут таких нету. Все мультиплатформенные игры практически, которые были у меня здесь, мне советовали на Sega, а не на SNES. Ну спасибо, блин, за такую подставу замечательную. Как ты меню с выходом открывал? О, нажимаешь на паузу, потом нажимаешь B, потом выбираешь квит и нажимаешь C. Но я этого делать сейчас не буду. Потому что я не хочу рестартовать локацию. Но мне сказали об этом на прошлом стриме, Джипи. На прошлом стриме мне сказали об этом, да? Что здесь есть пароли, их можно посмотреть. Ладно, любопытство это хорошо, но не надо это переводить в идиотизм.
Вверх, вниз, влево, вправо, С, вниз. Составки, выбор уровней. Ага. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Мне кажется ли, я по одному и тому же месту хожу? Нет. Что-то мне... одно... я уже похожее место уже вижу третий раз за один и тот же уровень. Так там ничего нету, окей. Просто повторяется... повторяются некоторые моменты одинаковые. Да ладно, Сергей Галынин. Ну, спасибо, конечно, за такие слова. Опять же, агитировать не надо. Если, как сказать, человек хочет, человек помогает. Ну, если может, естественно. Если он и может, и хочет, и может. Это нечастое совпадение, поэтому я никого, ни от кого этого не требую и никогда не буду требовать. Потому что это дебилизм требовать. Когда человек начинает требовать деньги, то он просто идет нахер автоматически. Да блин, вроде же аккуратно шел. Ровно 30 собрал, как будто больше в этом уровне нету. Не дают пароли после босса, не дают их после... Может, после гамовера дают, хрен знает. После гамовера, может, сдают, но после босса точно не дают. 100% инфа. Волосян со своими нинтендами. Да-да-да-да-да. Нахер иди. Ну, юзы, я просто собираю те, что на пути попадаются, вот и все. Чё, я должен их избегать теперь? Ой, блин, не хочу его брать. Не хочу, что делать? Надо как-то аккуратненько прыгнуть, чтобы... Во-во-во, вот так вот, обойду. Не буду брать. Ага. Я же не буду такой херней страдать. Я собираю то, что у меня на пути. Если я вижу, что я собрал там 26-27, я думаю, ну блин, ну можно собрать еще несколько штук. Я бы и не расстроился, наверное, если бы дошел до выхода и так бы не дособрал. Юза, я не занимаюсь целенаправленным поиском. Я не занимаюсь целенаправленным поиском, понимаешь? Я собираю только то, что на пути попадается само. У этого героя есть, кстати, прототип. Реальный. Это мистер Метан. Ну, уже не заморачиваюсь. А, ты про конструктор? А, это хорошие новости, действительно. Надеюсь, они нормально все сделают. Потому что в крысочате было очень удобно, на самом деле. Ты там сам выбираешь. Все, сам выбираешь. Как что будет выглядеть, как что будет двигаться. Никакие сраные рамочки, чтобы их не было. И еще чего-нибудь. Очень удобно было. Так что, если будут пилить редактор, я только за. Я очень рад этому буду. Так, надо назад пройти сейчас немножко. Потому что я здесь спрыгивал. И мог что-нибудь пропустить. Поскольку идти, опять же, недалеко, как я вам еще раз скажу. Вон сколько добра тут лежит. Дерьма.
Так, вот и пришли назад. Стоп, а здесь нельзя запрыгнуть. Да вы наркоманы! Как здесь нельзя запрыгнуть? Вот. Вот смотри, Юза, например, вот сейчас в этом чате мне не помешало бы уменьшить немного расстояние между строками. Потому что в крысочате, если сравнить, взять запись стрима с крысочатом и стрима вот с этим чатом, сравнить, то в крысочате у меня на экран помещалось очень много сообщений. Это очень удобно было. Информативность была высокая у чата. Чувак, спрыгни! Просто спрыгни, урод! Чё ты... Как этот, блин? Зачем какахеру? Чтобы посмотреть, что там лежит. Не сильно... Блин. Опять я в чат посмотрел и упал на этого урода, взрывающегося уже не в первый раз. Пять этапов? Конечно, брал. За кого ты меня принимаешь? Ух ты. Я не понял, зачем отсюда выход тогда? Объясни мне, товарищ Бугермен. Зачем мне отсюда выход, если тут есть унитаз? Если я типа скажу, не, я не хочу в унитаз. Так, это уровень... Нет, это не вертикальный уровень. Иди гуляй. Отведай обеда моего. Так, отлично. Будем падать множество раз. Враг исчез. Круто. Вообще чётенько. В нос я зайду. После того, как соберу все эти замечательные поверапы. Как отпустить, а? Как сделать так, чтобы ты отпустил их? Я жму вниз, то он не отпускает. Я жму прыжок, он прыгает. А, надо удерживать прыжок, окей. Но просто отпустить он не может. Он может только отпрыгнуть. Нет, надо удерживать и прыжок, и вниз. Все. Где я? Куда я попал? Вот так тебе. Так, короче, ребят, такая тема. Смотрите, раз здесь, я так понимаю, пароль, ой, не пароль в смысле, а... Так. Тут ничего нету, окей. Здесь... Тут классно, у меня мысли теряются сразу же. Удерживая вниз и нажимая прыжок. А, это когда я на веревке вешу? Окей, попробую так. Как-нибудь, когда будет возможность. Короче, я уже забыл, что хотел сказать. Короче, если пароли дают также во время гейм-овера, то это значит, что конты здесь бесконечные. А раз так, на кой хрен мне их записывать? Я тогда просто буду... Зачем мне каждый раз просирать жизни-то? Я просто... Просто буду идти вперед и все. Словлю геймовер, хрен с ним, продолжу. И все. Как вы на это смотрите?
В этом плане нету у меня никаких проблем? Или нет? Привет, Соритас! Привет! А если зависнет, точно, блин. Я же из-за этого и подхёртил. Чёрт подери. Да, я пароль записываю, если зависнет. Блин, это важнее. Нет, проблема есть как раз-таки. В прошлый раз-то, прошлый стрим-то вспоминаем, чем закончился. Я удалил твой стрим Мегамена после защиты диплома. Какой стрим Мегамена? Это который я недавно стримил 2 хака? Я залил эту запись, она на Ютубе есть. Посмотри в списках последних видео, там найдешь. Называется забытые... Брикман, забытые хаки Мегаменов. На нашем канале. Зависит, есть тех сейв. Баг сейвом лечить не зашквар. Ну блин, сейв это все равно. А перед армией... Это чё за стрим такой? Ты чё это я за стрим такой был у меня? Я не понимаю. Можешь поподробнее описать? Что-то не понимаю. Я тебе сразу скажу, что у меня лично записей никаких нету. Но я не помню просто, как что именно ты имеешь в виду. Насчет того, есть ли на канале, хрен его знает. Это надо узнавать. Это можно будет спросить. О, сам взрывается. Круто. Так, у меня новый нет, лучше пробуем понять в Сорномании. Нет, Юза, не попробуем. В Сорномании надо пробовать, сидя рядом друг с другом. По инету пробовать это, как мясную пятницу проводить с 30 людьми. То же самое будет, еще хуже. Играл в Мегамена. Блин, я не помню. Я не помню, про что ты говоришь. Я не помню, как я так играл в Мегамена. Если ты... Перед армией, то есть... В декабре 2014 года, что ли, ты имеешь в виду стрим? В декабре 2014 года, да? Так, что ли, получается? А, в декабре 13-го даже, да, я туплю. Я туплю, да. Да, пират, все перлись и до сих пор прёмся и пердим. Любим попердеть. Короче, я уже не помню, что я стримил 4, как сказать, 3 с лишним года назад, в какой-то там день конкретный. Вы уж меня извините. Вот. Тогда не все, далеко не все мои стримы заливались. Так, как тебя достать? Никак, да? Хреново. Или ты так думаешь, вот так тебе, сволочь. Вот, но если вдруг, по случайности, ты имеешь в виду спидран-турнир по Мегамену, который тоже проводился где-то в то время, может, пораньше, правда? Хотя, на самом деле, я даже не помню, когда он проводился точно.
Ну, вроде тоже где-то в начале зимы прошлого года. То это все есть на канале Dendy Forever. Нет, не турнир. Ну, тогда не знаю, извини. Может, я что-то стримил, но я не помню этого точно. По Минус Infinity есть запись моего очень-очень давнего, я бы даже сказал, старющего First Run, когда я первый раз эту игру проходил. Там было много интересного. Много веселых эмоций там было, замечательных. Не хотел писать, но придется, ты бы ухо играл на игру. Что? Нет, ты что-то путаешь, такого не было. Я не пью. И да, ты путаешь явно. Это ты что-то точно путаешь. Не-не-не-не-не, это что-то путаешь. Юза, в смысле, откуда я знаю секрет? Я просто иду в стену. Это капец, как сложно определить, что там секрет, что ли? Просто пошел в стенку и все. Бухим играл Blind. А, Blind играл. Ну, может быть, Blind. Как-то на первом боссе жабе горел на First Run. Да-да-да. Я не... Нет! Ты не... Нет! Не я получал диплом планетянки. Я вообще никакого диплома еще не получал. Я понял, подумал сразу, что что-то не так. Это вообще не... Ты меня спутал с кем-то. Это Блайт, наверное, да. Так что да. О, как далеко. А тут унитаз. Мы как будто об этом не знали. Что-то длинный уровень, хотя я его только начал. Чё я жалуюсь-то, собственно? Нет-нет-нет, это стримил не я. Я тебе больше скажу, я не пьющий человек. Меня пьющим ты не увидишь никогда. Единственное, как сказать... Последний раз, когда я вообще употреблял в каком-то количестве алкогольные напитки, это было на сходке, и то я не думаю, что там это кто-то даже заметит. Ну, телекан трелем, это ты преувеличиваешь. Я же не бухал, как я не знаю кто. Так, я должен убить этого урода и раскопать это говно, а потом пойти в бонус и там все собрать. Чётенько. Не надо телекан трелем. Я там был в очень вменяемом состоянии. Я никогда не был в невменяемом состоянии. На камеру, тем более. Я вообще не... Ну как, я один раз был, когда я еще не умел пить. Ну, в смысле как? Когда я пытался научиться, скажем так. Нет, телекан трелем, как сказать? Понимаешь, я пил в меру. На сходке именно. Я пил в меру. Да, я на сходке очень много матерился. Это реально капец какой-то. Я посмотрел, я не понимал, какого черта так много матерюсь. Все время, через слово. То есть про меня даже кто-то писал, что я веду себя как быдло. Но блин. Это реально, я только посмотрел, у меня сложилось точно такое же ощущение, какого черта я веду себя как быдло. Спасибо, чувак. Спасибо, все спасибо тебе, урод. Говна кусок. Ладно, не буду лезть сюда.
Ой, нахрен тут уровень. Да, заткнись. Бугер. Бутер. Все, хорошо, не буду ничего собирать. Все просрал. Чего так отмазываешься, бухаешь и бухаешь? Я не отмазываюсь, пират. Мне нет чего отмазываться, я не бухаю. Не надо тут на меня навешивать, как ты любишь. В три короба. Привет, Анатолий Фантазер. И что, чтобы делать-то, сволочь? А, он исчез. Замечательно. Блин, молодцы враги. Этот тоже прыгнул, исчез. Меня устраивает. Вообще, no problem. Ну, понимаете, я пытаюсь... Да блин, что случилось сейчас? Что случилось-то, а? Понимаешь, я только когда начинается форменное не пойми что, когда начинается, вот тогда у меня начинает пригорать. И я могу начать не очень культурно выражаться. Ох, какой сэмпл. Нет, Носферату еще не было. Не переживай. На сходке выпьемши был. Выпьемши. На не фламинг, конечно. Какой поддатый! Блин, о чем ты говоришь, пират? Вот покажи мне момент, где прям видно, что я поддатый там, например. Что прям по мне можно сказать, что я вообще что-то пил. Мы там упарывались и без участия какого-нибудь там алкоголя. Я всегда говорил, что для того, чтобы весело проводить время, совсем не обязательно бухать. Время, чтобы проводить весело время, достаточно просто... Ладно, неважно. Босс. Иди. Классно вообще. Классно попрыгал. Летающий мальчик. Блин. Блин. Так, хорошо. Тихо. Тихо. Он кидает три раза. Один из этих разов... Как сказать? По всем... То, что я на сходке драться лез, это было в шутку. Блин! Какая же ты мерзкая сволочь-то. С ним вообще аккуратно надо быть. Блин, вот на него уже... Этот уже сложный какой-то. Так, все. Так, я понял, ну где стоять, чтобы я успевал среагировать. Явно не здесь.
Вот это ты так не делай, знаешь? Дружок, ты лучше так не делай. Я сказал не делать так. Блин, ну сволочь. Сдохни, пожалуйста. Как уровень называется? Я пропустил название. Ладно, у меня все равно две жизни, имеет смысл пароль записать. Босс Муха Пацан. Он был летчиком-опрыскивателем картофеля. В него попала молния. Застряв в молнии, рикошетом от торнадо улетел в муравьиный холм. Классная. Шикарная... предыстория. Одна предыстория занимательнее другой. Привет, Гошмар. Короче, имеет смысл записать пароль. Так. Хер с копьем. Второй красный треугольник. Третий призрак. Так. Рыжий. Здоровый хер. Может, потом будет какой-нибудь маленький рыжий хер. И я запутаюсь в паролях, поэтому напишу здоровый хер. Чтобы точно ни с кем его не спутать. До свидания, дружок. Ой, из ноздрей. Вот какие красивые водопады. Какие живописные. Прям из ноздрей текут. Зеленые водопады. Это же произведение... Да блин! Произведение искусства. Нет, здоровее этого хера точно не будет. Я думаю. Я надеюсь. Так, это что-то новенькое. Что же это такое? Ничего, это просто элемент фона. Окей. Так, а это что такое? Я могу на это... Это яма, отлично. И внизу, естественно, враги, куча врагов. Хотя там никого не было только что. Так, все, хорошо. Разнообразен уровень на вагонетке? Или уровень с поднимающейся лавой? С поднимающимся поносом, например. Было бы круто, я думаю. Так, ну это полный булшит, абсолютный. Я этого урона даже не увидел. Уже получил урон. Какой подлый левел-дизайн-то пошел. Может, ты нахрен пойдешь? Так, мне чудом не задело сейчас. Опять из-за экрана, блин.
что есть булщит. Так, не допрыгнуть. Иди нахрен. Надо, короче, надо быть очень внимательным по поводу метателей камней, которые могут быть где угодно. И кидать камни хоть из-за экрана. Вот, например, там. Я его увидел. Урода такого. Так, тут у нас... Тут у нас движущиеся платформы. Как раз разнообразие. А там бонус был. Я мимо него проехал. К большому сожалению. Две платформы, зашибись. Откуда взялась вторая? Да, на Boogerman 2 не собрали денег. Ну потому что это не такая культовая игра, как Червяк Джим, например. То есть она попыталась быть такой же культовой, но у нее не получилось. Анимация тут очень хорошая. Ну как, в беге. В движении. То есть как бы... Вообще норм. Так-то, если посмотреть. Ну да, тут анимация очень хорошая, такая, достаточно. Так, я упаду в яму. Нет. Удивительно, удивительно. Давненько такого не было. Первый босс не рассказал. Первый босс Хик-бой. Майор Хик ушел в отставку и стал фермером. Уж полюбил пасти куриц. Все было мирно, как вдруг чих Бугермена вызвал торнадо. В это время и произошел инцидент из начала игры с грозой и похищением прибора. Замечательно. А почему он стал на злую сторону? Раз он был майором, он, наверное, должен был встать на сторону добра. По Nintendo Switch, ну я не знаю, для меня это, наверное, дико будет. Fireball! Я не могу их оживить своим волшебным дыханием. Это было бы круто. Так, три штуки осталось найти. Если не найду, придется возвращаться назад, потому что, ну блин, грех. Грех это не... А вот как раз все, забейте. No problem. Так. Это очень-очень херово.
Так, ладно, окей, меня устраивает. Назальные пещеры. Ух ты, враги научились лазить. Как интересно. Чуваки, шахтеры тут охерительны просто. Давайте посмотрим, как они себя ведут. Какие тут замечательные шахтеры, блин. Видно сразу, мастера своего дела. Вот так они проводят свои тяжелые трудовые будни. Не видя света и свежего воздуха. Герои, которых всегда надо уважать и относиться с глубоким уважением и пониманием. Обычные русские работяги, обычная шахта. Чё? Оу! О, вау! Что нам угрожает, господа шахтеры? Работа-то опасная. Блин, это никак не достать, к сожалению. Без перца, который я уже просрал. Очень печально. Фонтаны зато есть, замечательные. Где-то под Донбассом. Да блин, сраное яйцо! Я хотел спрыгнуть вниз, я не хотел прыгать на яйцо, запрыгивать наверх и убиваться об эту... ожившую шерсть или что это. Вот, блин, заработал, жизнь называется. Булшит я заработал только. Так, надо аккуратно всех устранить. Пошел вон. Козюля злая. Мне казалось, это комки шерсти, знаете, которые коты выблевывают. Перед этим очень долго рыгая. Только вот они ожили. Мне казалось, это комки шерсти, это как раз такие. Скачущая. Как не допрыгнул-то? Отлично, первый геймовер. Замечательно, прекрасно. Спасибо. А пароль другой. А, потому что он на этот... я начинаю не с предыдущего. Ух. Ну ладно. Нахер тогда пароли. Да блин, я же аккуратно все сделал. Так, а перец я уже просрал. Серьезно, я уже просрал, я успел просрать. Так быстро. Ну капец. Профессионал. Нет, вот он. Нет, это не он. Булшит. Red.
Иди отсюда. Проклятый работяга. Нелюдь. Подземный, блин. Так, и чё мне? Куда тебя подвинуть? Я типа смогу туда прыгнуть, что ли? Ага! Вроде если быстро прыгать, должно получиться. Ну, давай, я хочу сломать игру. Хотя бы в чем-нибудь. Нет, нельзя. Эх. Да хватит прыгать. За экраном не уследишь. Тебе вечный пират-бот с мудрыми советами про жизнь и игры. Вот, блин. Он останется в мечтах, видимо. Навсегда. О, я все-таки сломал игру. Только, к сожалению, не там, где хотел. Отлично. Теперь ее невозможно пройти. Или возможно, если я перепрыгну. Но я не перепрыгну. Я сломал игру. Валун уже нельзя затолкать. Он не хочет его толкать. Отказывается его толкать. Так что все, игра сломана. Сейчас будем в яму падать, если я не допрыгну. Да что же не допрыгиваешь-то? Там же раз чуть-чуть остается. Сломал игру, но не так, как я хотел. Я хотел сломать игру с пользой для себя. Да, на пуканной тяге пройду. Ну блин! Да, Юза, зачем ломаешь мне игру? Прыгай с края крайнего пикселя. Да, пират, я так и хочу, но не получается. Короче, еще два раза пробую, не получается, прыгаю в яму. Потому что... Нечего тут делать. Не получится, не получится. Так, сейчас будет первый раз. Но не считается. Раз... Два. Нет, нельзя. Вот вроде приближаюсь. Ладно. Передержим. Вот, сейчас надо перейдем пробовать, действительно. Ты прав, пират. Но нельзя, к сожалению. Что-то какое-то звуки А где звуки? Где звуки-то? Звуки пропали. Ладно. Звук смерти зато у нас есть еще. Нет, не обновиться. Я когда пришел уже, у него было сохранено состояние убогое, неправильное. Сохраняй невозмутимость, Бугермен. Сохраняй невозмутимость. Вот как заработали шахтеры, молодцы. Я думал, они ничего не делают, они вон как работать могут. Молодцы.
Иди, чувак, не уворачивайся от моих соплей. Эх, жизнь моя козявка, да. Печально это все. Так, кончилась у меня пуканная энергия. Надо бы ее пополнить. Закирковали. Как я на нее не попал? Я прыгнул в центр прямо, а потом соскользнул назад. Вы это видели, блин? Почему у меня ноль жизней? Я хочу... Стоп. Вы мне хотите сказать... что я начинаю конт с одной жизнью в запасе? Чё за нахрен? Вот, нажимаем. И сколько у меня жизней в запасе? Должно быть две. Две? А как я так один раз умер, у меня осталось ноль? Я не понял. Чё это было? Или я... ничего не понимаю. Так, все, хватит застревать. Яма отнимает две. Стоп, что? Яма отнимает две? Нифига себе. Какие новости начинаются? Думаешь, сегодня пройти игру? Да, пират. Думаю. Именно так я и думаю. Блин, у меня кончилась сила. Пуканная сила, великая. Хорошая шахта, все в соплях и везде насрано, да? А что ты хочешь от шахтеров? У них работа неблагодарная. Так, все, упал, упал валун, валуныч. Упал туда, куда я, где ему и место, где ему и самое место. Новую Зельду можно на эмуле запускать. Интересные новости у вас. Там внизу сопля. О, видали, какой я крутой. Ладно, я ничего не хочу собирать. Ладно, ладно. Пособираю еще чуть-чуть. Что-нибудь спереди такое пособираю. Так, вот этого урода надо как-то по тактике. У меня, к сожалению, есть прокачка, с которой неудобно. Потому что по арке стрелять я не могу. Давай, вали! Да блин! Сволочи! Вы все негодяи! Плохие люди. Вспоминаю Бугервиль. Там шахта, это как ее, назальная, что ли? Там я срал. А в шахту залез и насрал. Да. А что еще в шахте делать-то? По сути-то.
Что такое шахта? Это большая помойка. Да блин, как ты перебросил-то? Метатель ты, козява, ловкий. Вот эти штуки с буквой Б, которые восстанавливают газ Бугермен, это банки бобов. Но я так и думал, что-то подобное подозревал. Перец есть, замечательно. Значит, что-то можно достать с его помощью. Интересно, что именно? Я должен попасть в него. Хай, Брик. Привет, Импротос. Привет. Да, игра клёвая. Cool. Вот так вам всем. Иди нахрен. И ты тоже. Так, и у меня же есть один перец. Ну, ладно, похер. Так, это просто возврат назад. Да ты за... Ты запарил, ну что за... Блин, тут так надо высоко залезть, чтобы ты прям попал на платформу. Тут надо прям... Я не знаю. Тут очень... Как сказать? Не знаю, как сказать. Короче, не смогу я достать. Надо очень сильно передерживать кнопку. Блин. Один враг исчез, зато второй уже мечет камень. Жизнь! Ты откуда здесь появился? Жизнь! Ага, и сдох в конце уровня. Хуюгер. Да, обязательно. Да вообще, блин, вот о чем я говорил. Тут враги появляются из ниоткуда. В тех местах, которые ты уже прошел. То есть ты идешь вперед по уровню. Зачищаешь всех врагов. Всех прям. Потом идешь назад. А там еще новые враги появились. Откуда они взялись? Хрен знает. Ну вот они появились. Пошли все нахрен. Вот так и надо было проходить уровень. А вот тут можно пособирать. Тут не страшно. Тут все на видном месте. Ничего искать не надо.
перец у меня при себе. Хотя он не нужен будет. Что очевидно. На всякий случай буду всех убивать. Ошибись. Так, осторожно, следи за тем, чтобы чувак камнями не кидался сверху. Перец дает возможность летать на пуканной тяге. Это особая суперсила. Которой не каждый достоин. Я аккуратен. Так, опять исчез враг. Ну-ка, иди сюда, хватит исчезать. Не уходи в никуда. Вот так. Если его убить, он уже не появится. А вот такого добра мне не надо. Перец чили позволяет отрыгать огнем. Он далеко летит, убивая всех почти. Можно за ним бежать, пока он летит. Да, я знаю, с ГВ-07. Я уже этим пользовался даже. Правда, не так прям профессионально, как, наверное, это возможно. Но я об этом знаю. О том, что ты говоришь. Камень упал. Просто упал. Это плохо. Наверное, он был не нужен. Может, сюда надо было скидывать на башку? Зачем скидывать камень, когда можно просто пёрнуть? Да блин, гнида! Сволочь ты такая, ты сейчас получишь ведь. Дерьмо. Так, и ты сразу нахрен иди. И ты тоже. Я сделаю вид, что вас не существует. На самом деле, вас убью обоих, потому что вы мрази. Да блин! Не успел нажать на прыжок. Ям, ты говоришь? Я тебе покушать принесу сейчас. Будет ям-ям просто. Игра лайтовая. Изначально хотели добавить менструацию и водопады поноса. По-любому, пират, по-любому. Базара нет. Куда ж без этого? Это же... То, чего все мы хотим. Ух ты, там внизу что-то есть. Это круто. Это уровень вертикальный. Пять боссов вырезали? Каких же, пират? Поведай нам. Что ж там за шедевры такие были, которые вырезали? Всем охота узнать, я думаю. Пошел нахер. Я тебе покушать принес. Бугермен есть в игре Clay Fighters Nintendo 64. Это файтинг с персонажами из глины. Круто.
Блин. Нет, я бьюсь башкой в потолок. Так неправильно. Надо его убить. Вот так. Так, а еще надо взять... Но я не могу спрыгнуть вниз, замечательно. Ау. Я не хотел так делать. Я хотел просто аккуратно спрыгнуть вниз. Но там обязательно должны были быть эти мрази скочущие. Потратил хп, взял хп. Хотя бы так пусть будет. И апгрейд. Cool. Один из боссов был блюющий вафел. Что это такое? Очень интересно, какие концепты остались за кадром. Два с половиной часа. Длинненькая игра. Ничего не скажешь. Да вообще, Red. Достанет чувак до него. Ну да, игра длинная. Я не спорю. Где перец? Вот я его не вижу отсюда. Там перец где-то есть. А, вот он. Главное не пораниться. Сказал я и мысленно скрестил пальцы, чтобы это не оказалось правдой. Да не, пират. Человек Джим не длиннючая игра, вообще ни разу. Там уровни гораздо меньше. Где он длиннючий-то? Ё-моё, какие же вы уроды-то. Все испортите. Да, я знаю, что последний босс тут лютая хрень, но ничего, я думаю, прорвемся. Какие интеллектуальные мыши. Посмотрите на этих созданий, которые явно мучаются, испытывают, которым очень тяжело жить в такой среде. Ты ищешь...
Что происходит на данной картине? Это такой очень своеобразный вид прессов. Я таких никогда не видел. Это гениально. Но в то же время очень непонятно. Это самый странный вид прессов, который я видел в играх. Самый странный. Ужасы какие-то творятся здесь. Он не хочет срать в пещере, его пытают. Да уж. Кто говорил, что будет легко? В шахте все равны. Не хочешь работать? Тебя будут пытать. Пусть расскажут, в чем сюжет игры, потому что я не успел текст прочитать, который там был на заставке. Он слишком быстро скроллится, его невозможно прочитать. Так, теперь надо сходить вот туда. Тут как? Ну, вот так. Да, измерение, в котором все из говна. Такое замечательное измерение. Блин. Может, пробить можно проход? О! Не сделают же просто так. По-любому же. А тут тупик. Может, вниз где-то можно спрыгнуть. Ну-ка. Чё там? А, нет. Там просто конец первой секции, окей. А тут просто жизнь на виду. Капец. Да, слизневые горы. Блин, как в тебя попасть-то, сволочь такая? Я не хочу, чтобы ты жил. Смерть тебе. Привет, Рейнфорс. Ладно, его не убить, окей. Давайте забудем об этом. Пока, Эдриан. Алукард. Покедова. Кому нравилось, когда к тебе открывается портал и начинает литься говно? Да, я прекрасно понимаю.
местных жителей, которым это не понравилось, не имеют полное право возмущаться. Да вы видали? Какой я и классный искатель секретов, однако. Я прям таки молодец. А ты сейчас сдохнешь. И ты тоже. Я заслужил еще одну жизнь за свою, за свой замечательный скилл поиска секретов. Так, мне надо пополнить запас моей энергии пуканной. Не сильно-то и пополнил, ну да ладно. Рассказ был фантастический, там придумали пылесос, который всю пыль тоже куда-то телепортировал. Ну да, это вряд ли хорошим закончится. Так, надо в бонус. Бонус. Ты где, Ус? Привет, Винерлин, привет. Так, ладно, что-то с вертикалью не получилось. Чё ты проваливаешься сквозь трубы-то? Там еще жизнь! Ну, блин, чувак, зачем ты падаешь с труб? Зачем ты с них падаешь? Не падай, пожалуйста. Сейчас у нее кончится... Замечательно. Ну все, зашибись! Ну все, не возьмем. Никак. Булщит. Как так можно? Негодяи. Сколько там еще жизней-то, блин? Может там еще жизни? Штуки 3. Может они там между каждыми двумя трубами лежат? А я просрал все. Да ну вас. Ладно, мне 7 штук хватит. 7 штук это офигеть как много, это круто. И, кстати, тут в этом уровне была халявная жизнь. Где-то недалеко, позади. Надо бы ее тоже взять повторно. По-моему, где-то здесь. Прямо недалеко. Вот она. Е! 8. Нет, это не... Да, это просто щит, понимаешь? Эта игра не про булщит. Это игра про щит. По шкале булщит она находится достаточно низко на самом деле. Если правильно оценивать. Хорошая игра, зрители за сотку. Ну блин, потому что популярная относительно. Так, сколько у меня? 23 штуки всего. Чё так мало? Где еще? Ладно, похер, как... Чё я жалуюсь-то? У меня 8 жизней, это больше, чем надо. Давай, вали отсюда. Тут еще целая секция, блин. Меня ждет. На которой я еще успею сдохнуть. Отлично, отлично, тут платформинг.
Платформинг от души здесь просто. Вали отсюда. Ух. Пойду на работу, с работы напишу. Ну, удачи. Не хочу падать. Чувак, держись! Нет, все падают. Какая же суровая здесь работа. Выживает... Выживают сильнейшие. Давай, виси. Ты умеешь висеть, я тебя знаю. И не соскальзывай, пожалуйста. Молодец. Молодец. Только дальше-то что? На эту какаху, что ли, прыгать? Что, серьезно? Я не видел этой платформы. Как я мог прыгать далеко вперед, если там ничего не видел? Ладно, в топку идет моя жизнь бонусная. Хотя нет. Я же сейчас могу вернуться в бонус и попробовать еще раз. Там, понасобирать целую кучу жизней. Ё-моё. Все ж только начинается. Во-первых, берем халявную жизнь здесь. Не соспавнилась платформа, у меня была передача чека. Я тебе говорю, оборотень, я забываю! Какого черта я забываю про передачную тягу? Почему? Я не могу ее. Я не могу, как сказать, помнить про то, что она у меня есть. Я все время забываю. Вот я сейчас понимаю, да, она действительно была, я мог перелететь. Но я почему-то забываю об этом. Не буду я фармить 99 жизней, отстаньте, не надо про меня так плохо думать. Я всего лишь хочу посмотреть, сколько там вообще жизней в целом есть. И то мне не получится, скорее всего, учитывая, как там ужасно неудобно летать. Пожалуйста. Вот я прыгнул точно в центр, я не попал. Стоять там вообще невозможно. Просто невозможно стоять. Давай, кто кого перекричит. Ладно. Давай. Давай, чувак, кто кого перекричит. Я победил. Никто не кидается там. Блин, я не то взял. Вот же перец. Стоп, а я его... А если пройти сюда без перца, я его взять не смогу. Вы что, охренели, что ли? То есть мне надо пройти сюда с перцем? Тогда нахера здесь лежит еще один перец? Но он лежит высоко. Его невозможно взять. Да капец, что это за издевательство такое? Ну фармил, блин. Я не собирался фармить, но, блин. Собирался хотя бы что-нибудь взять. Давай, распрыгивайся. Ты же батут, в конце концов. Я жму прыжок вверх. Прыгай повыше. Не хочет. Зараза такая. Ладно, не сдались наши надежды. Мог бы накопить жизни на всю оставшуюся игру. Не видеть бы никогда гейм-овер. Разве это плохо? Я этого не хотел. Come on!
О, Омкола-то игра была в детстве. В кои-то веки какая-то из игр классических была у Омкола в детстве. Удивительно просто, Омкола, удивительно. Просто удивительно, что у тебя что-то было в детстве. Ладно, Омкол, я шучу. У меня самого дохера чего не было в детстве. Например, КХК у меня не было в детстве, чему я безмерно рад. Потому что эта игра не травмировала мою слабую, ранимую детскую психику, как это она сделала с большинством других детей. Я все равно назад не пойду по этому пути, поэтому возьму сразу. Да, Букермен говорит нам, что говно это круто, говно это клево. Йо! Зацени говно! Йо, дети! Китайтесь какахами, это весело! Кул! Говно это кул! Так, Ласкер Хелл, радоваться надо, что не было. У тебя психика, понимаешь, сохранена. Да, кстати, блин! Чё с этой игрой не так? Чё она глючит-то? Я уже 3 бага словил в этой игре. 3 бага я уже словил в этой игре. Может даже 4, но я 4 не помню. Во-первых, игра может зависнуть во время перехода в бонус уровень. Пруф есть. Во-вторых, можно камень поставить так, что его невозможно никак столкнуть, и остается только сливаться. Потому что камень как-то застревает, и его нельзя толкать никуда. И теперь у меня платформа в прошлый раз здесь не заспавнилась. Хотя должна была. Чё за богодром, блин? Ще, блин. Воткнуть карик стороной Б и все заработало. Мне никогда ничего так не работало. Мне такие игры не попадались. Я, как сказать, в детстве ходили слухи про то, что некоторые... Какой эмулятор говно? Эмулятор Kega Fusion. Это отличный эмулятор Sega. Это не... Говно это какой-нибудь Genz. Не надо говорить, что эмулятор говно. Эмулятор Kega Fusion. Отличный эмулятор. Замечательный. Вот, нет, Джейс, у меня не было кариков Мегамена. Я не играл в Мегаменов никогда. В детстве, я имею в виду. У меня не было в детстве никаких Мегаменов. Единственный Мегамен в детстве, в которого я играл, если не считать Чип и Дейла, которые не являются Мегаменом. Единственный Мегамен, в которого я в детстве играл, это был Черный Плащ. Все. Дайтхолд, конечно, есть лучше. По-любому есть лучше. А из того, который есть лучше, есть еще лучше. И есть еще лучше. И всегда есть еще лучше. Всегда есть лучше. Есть стримеры лучше меня. Всегда. Есть игры лучше, чем это. В каком месте Черный Плащ сложнее? Ты боссов там видел? В Черном Плаще, которые одно действие повторяют и никогда его не меняют. Короче, в детстве ходили слухи, ну как, в детстве я слышал такие слухи, у меня такие как бы теории были конспиративные, что
дескать, на некоторых картриджах игры записаны с обоих сторон. То есть ты вставляешь картридж, запускается игра. Ты его вставляешь другой стороной, запускается другая игра. Такие вот слухи ходили, но... Так мне ни одного такого картриджа не попалось. У меня был один такой картридж, на котором, дескать, были игры на обоих сторонах. И там действительно какие-то чипы были с обоих сторон. Но он мне так и не заработал. Видимо, достался мне уже поломанным. Вот мне интересно, были такие штуки на самом деле или нет? Двухсторонние картриджи. Не жалуйся, вали, у тебя дохера жизней. Так. Еще одно насекомое. О, щит. Ау. Да что я делаю, блин? Объясните мне, что я делаю. Что я... Дайте, блин, вот я, если бы я сидел рядом, если бы вместо меня играл кто-то другой, я бы сидел рядом, я бы дал ему по лицу. Я бы треснул ему в челюсть за то, что он творит. Заткнись. Ау. Да блин! Ну лови, вот таким образом будем с тобой разбираться. Нет, нет, но это очевидный булшит. Это очевидный булшит. Пират, то, что ты говоришь, это очевидный булшит. Чё он говорит? И да, SGV-07. Блин, ладно. SGV-07, давай рассказ про босса. Что это за... суперзлодей? Классно, ты в труселях пушку хранишь. На тебе, гнида. Давай, кидай свои лампочки. А у меня нету пердежа в запасе. Очень плохо. Он лампочками кидается или чем? Я не могу понять. Чем он кидается-то? И... Булшит. Булшит. С большой буквы Б. Меняет паттерн, значит. Вот какой он хитрый у нас.
Сейчас я ему тоже поменяю паттерн. Я тоже умею менять паттерн. Блин, он у меня одним попаданием отнимает пердельную энергию. Я думал, куда она мне девается. Оказывается, он после попадания у меня ее все отбирает. Поверапы появились. Которые я тут же взял и просрал. Откуда они появляются, хрен его знает. Да блин, почему ты не прыгнул? Капиздец. Мне стыдно подыхать на таких легких боссов. Это же, блин. Это... Ладно, неважно. Неважно, все, тихо. Пошел. Да блин! Вот. На этом боссе мне не должен пердак гореть. Никогда. Иди отсюда. Дай мне взять, поверап. Босс Деодор Ант. Он был параноиком, программистом видеоигр и любителем жуков. Бугермен пролетал над муравьиными фермами старика. Закончился газ. Бугермен упал на фермы. Муравьи убежали. Ант побежал за ними. Муравьи и Ант упали в пещеру, где стоял телепортатор. Они вместе телепортировались и слились в экскременте. Кидается деодорантами типа Олд Спайса. Замечательно. Брик просрал в игре Бугермен, да. Блин! Я хотел пердануть на него. Это по-любому... Вот, босс. Давайте вот такой квадратище начертим вокруг него с запасом в сантиметр. Вот, босс. Мы очертили здоровущий квадрат. Вот такой вот огроменный квадрат с запасом начертили. Вот такой вот вокруг него. Вот. И где я? Тоже квадрат здоровенный вокруг меня начертим. Вот где заканчивается мой квадрат. Вот. И вот где заканчивается его квадрат. Здоровенные квадраты. Хитбоксы. Ну сейчас я тебе не дам просто так отобрать у меня прокачку. Да блин! Сказал! Привет, Дантес! Привет! Так, короче, все, хардкорные боссы, блин, пошли. Все. Давай, кидай лампочки. Короче, я слишком рано реагирую. Я успею среагировать. Я должен рассчитывать на это, что я успею среагировать, если буду потрачу время на то, чтобы смотреть. Вот я не потратил сейчас времени на это. И вы видите, к чему это привело. Потому что я обосрался. Немного пердежа получили. Опять 25.
Если он появляется с этой стороны, он просто убивает тебя, гарантированно всегда. Стопроцентно. Да, Императус, обязательно. Перед стримом игры буду смотреть спидраны и тассы на эту игру. Обязательно. Да. Не нахрен. Тебе не устоять перед моим могучим пятежом. Невозможно не получить урон здесь. Подмечаем это, что невозможно здесь урон не получить. Надо заранее знать, после какого конкретно взятого удара этот товарищ захочет переместиться на другую сторону. Нет, оборотень, это я пробовал это самый первый раз, это не помогает. Короче, булщит это, вот это булщит, этот босс, это реально булщит уже начинается. Я опять делаю херню. Зачем я так делаю? Зачем я так делаю? Я уже не хочу, наверное, даже побеждать. Ой, ё-моё, давайте сольем. 7 жизней на нем слил уже, на этом уроде. Нет, не одинаково их падает. Их падает не одинаково. Ну, в смысле... Да ё-моё, так что какого... Тихо, всё, заткнись! Говорю я себе. Робот треснул по столу с большим удовольствием. В Battle Kid замечательные, прекрасные хитбоксы. Они такие, которые на пол экрана, блядь. Хорошо, конты на боссе, замечательно. Не могу, Эдхелл, не могу я треснуть. Я не хочу, чтобы меня считали ненормальным человеком. К сожалению, соседи не оценят моего чрезмерного энтузиазма. Да пошел ты! Отлично, у меня кончились. Он отнял у меня и это оружие. Отлично. Сейчас еще и вылезет по-любому с этой стороны. Отлично, я тебя предугадал, урод.
Отлично, теперь у нас скорострел. И что я с тобой делать должен был, урод, если ты мне дал ровно 0,0 секунды, чтобы атаковать? Дерьма кусок. Блин, ну он же лох, зачем я на нем подыхаю? Я выдыхаю, и я не могу победить сраного жирного старика, одетого в обтягивающий костюм, который ему очень сильно мал. Знаете, как это унизительно для меня? Опять 25. Зачем? Зачем я так делаю? А сейчас не задел. Удивительно, удивительно. Ладно, постоим здесь. Постояли здесь. Работает тактика. Работает. Охереть, как она работает. Работает. Какая разница? Какая разница, пират? Я не... У меня проблема не с тем, чтобы пердеть на него, а не на другое. Почему я, сука, продолжаю, блядь, прыгать на этот сраный камень? Зачем? На эту сраную херню, почему я продолжаю на нее прыгать? Почему? Я 20 тысяч раз уже видел ее и прекрасно знаю, что не надо на нее прыгать, но я продолжаю, сука, на нее прыгать каждый раз. Какого хера, спрашивается? Он не прыгнул. Охерительно, он не прыгнул. Если он находится слишком близко к краю крана, он еще не может прыгать. Замечательно. Отлично. Прекрасно. У края крана нельзя стоять. Под платформой нельзя стоять. По центру нельзя стоять, потому что камни падают. Прыгать вперед нельзя. Ничего делать нельзя. Почему я на нем сливаю? Мне стыдно за то, что я на нем сливаю. Потому что это все равно, что в Чип и Дейле, например, жестко сливать там, не знаю, гусеницы какой-нибудь. Вот. Где там есть босс гусеница? Вот если бы я жестко час на ней сидел, сливал бы ей. Вот у меня такое же ощущение сейчас. Все, ну капец, сложно стоять и ничего не делать. Охренеть, как это сложно. Так, не знаю, где он сейчас появится. Нет, это не финальный босс. Если бы... Это просто босс.
Давай, издыхай уже. Может, нахер по... Что? Какого хера? Как... Я не понимаю, как я сейчас получил урон два раза? Почему он не допрыгнул до платформы? Еще у меня много вопросов. И сейчас я видел еще один баг, но мне нет времени его вам объяснять. Если вы его не заметили, то это ваша вина. Все, я сейчас... Нет, все, я его не пройду. Я сейчас сдохну. Я сказал, что я сейчас сдохну. Почему? Потому что я мудак. Поэтому я сказал, что я сдох. Я сдох. Зачем я нарываюсь на его лампочки? Нет, Импротос. Я тебе по буквам продиктую. Я... И... Д... И... О... Т... Я не знаю, что я сделаю не так. Скилл уровня... Вот такой у меня скилл. Классный. Я бы сам от себя отписался. Если бы я мог, я бы сам от себя отписался. Но, к сожалению, такой функции нету. Да, антидонат. Замечательная функция. Я знаю, после чего бежать. У меня нет с этим проблем. У меня проблема с тем, что я мудак. Вот с этим у меня проблема. И совет тут не поможет. Все, нахер это, блядь, задолбало, не могу же на тебя смотреть. Иди нахер, сейчас ты сдохнешь, ублюдок вонючий. Капец, трачу кучу времени на какое-то дерьмо. Мне 40 минут осталось. Я трачу времени на последнего босса, а на какую-то херню. Урода кусок, пошел нахер. Иди нахер, вали отсюда. Я бежал очень рано. Просто охренеть, как рано я бежал. Однако он меня все равно задел. Вот сразу после шестого камня я бежал. И всего-то, блин. Капец, на что я потратил кучу времени? На что я потратил кучу времени, блин? Все, давайте быстро пройдем эти уровни и все. И закончим с этим. Капец, я давно так лажово не играл. Блин, вот
Вот у меня такой... Вот кто говорил, что у меня такой синдром, что в легкие игры я играю херово? Вот вы совершенно правы. Вы только что это наблюдали воочию. Что я в легкие игры я играю херово. Я не знаю, как это, у этого не поддается никакой логике. Абсолютно никакой логики это не поддается, но тем не менее в легкие игры я играю херово. Я не знаю почему, это невозможно объяснить. Я понимаю, что это изи, но у меня это с этим вызывает проблемы. Какого хрена? Я не могу понять, это у Раевского это нормально, да, что он говорит, типа, вот там я вот в нелогичные вещи понимаю, а логичные не понимаю. Это херня, я не могу, я не верю в такую херню, как вот то, что говорит Раевский, я в такое не верю. Поэтому я охереваю еще больше, какого черта легкие игры все чаще и чаще вызывают у меня бомбление. Почему? Они не должны вызывать бомбление. Босс, которого все валили 7-8 лет в детстве, без проблем проходили. Я беру и сливаю полчаса там, сижу, мучаю, не могу пройти. Какого хрена? Да, вот сам прыгаю на шарики. Вот как ты мне объяснишь, почему я прыгаю на шарики? Почему вот? Я не знаю, я вот вижу, что он кидает шарик. Мне кажется, что он летит посередине, я прыгаю, а он, оказывается, поверху летит. И я... ловлю этот шарик. Кошмар какой-то, кошмар. Все спокойно проходят, я не могу. Я не знаю, почему так. Реквестите мне сложные игры, не надо мне легкие реквестить. Я в легкие игры играю херово. Я хочу, чтобы слив, если я сливаю, то это было по причине того, что босс сложный. А не по причине того, что у меня руки внезапно, оказывается, растут из жопы. Мне не нравится, когда я думаю, когда у меня начинают закрадываться мысли о том, что руки у меня растут из жопы. Долину смерти. Очень простой. Он вот именно что очень простой. Он простейший. Да как если бы я на Катмане в Мегамэне, вот, который есть босс Катман в первом Мегамэне, если бы я на нем жестко сливал вот так же вот полчаса вот так вот жестко, я не мог бы пройти просто, подыхал бы. Как можно подыхать на боссе, если ты знаешь, как он действует, знаешь, как от него уворачиваться и знаешь все тайминги и ты все видел, как можно на нем подыхать? На нем нельзя подыхать, если ты все знаешь уже об этом боссе. Это преступление. Там не нужна реакция. Там надо... Там надо пробежать одни... Как сказать? Там надо, когда бой начинается, зажать кнопку вправо, потом добежать до стены, повернуться налево и стрелять все время. И прыгать периодически, изредка. Так, не хочу сюда лезть, иди вы нахер. Стоит заметить, у этого товарища... Я поторопился. Я хотел сказать, у него очень чисто, но у него по-прежнему валяется куча дерьма.
какие-то разбитые яйца или что это такое? Супер Марио проходил или бросил на первом уровне, так как слишком жестко, не смог пройти. Я доходил как-то раз, один-единственный раз у меня получилось дойти до 1-3. Вот. Но там просто то, что я увидел, это просто невозможно пройти, поэтому я сразу бросил. Больше не пытался. Догбот Квикмана? Ну блин, ты сравнил. Это, блин, сложнейший босс, наверное, в серии. Если на дефолт его проходить. Без получения урона, блин. Он кривой, потому что он не сложный, он кривой. Да, на русалочке будет гореть, наверное. Не, как сказать, не смейтесь, это вполне может быть так. Если у меня кто-то додумается из вас мне вдруг русалочку зареквестить, будьте готовы к тому, что у меня и на ней будет бомбить. Это капец какой позор. В Микки Маусе с буквами нельзя сдохнуть, Амкол. Там не получится, к сожалению. У меня был Микки Маус с цифрами. Мне надо было цифры собирать. Да у всех комплект на вторую волну уже давно заготовлен. Я не знаю, нафига вам давать целых 2 недели, раз уже все давно уже заготовили, что будут реквестить. Зачем вам 2 недели? Или неделю? Сколько вы там требовали поставить? Опять эта хищница какая-то мешает. Можешь попасть, знаешь, в любой день, неделю, можешь взять и попасть наконец в него. Враг исчез, замечательно. Да блин. Куда реквесты кидать? Нет, Мпротос, не сюда. Не сюда. Хотя, как сказать, наверное, знаете, как я сделал? Хотя нет, не буду, нет. Я не буду в нескольких местах собирать реквесты, нет, этого не будет. Это херня, это гиблое дело, нахрен это мне надо. Я не буду так делать. Только во ВКонтакте. Потому что по-другому я говорил. Бугер со своим сортирным юмором хрень. Да почему хрень? Нормальная игра.
Она у меня только батхёрт вызывает, потому что я на ней сливаю. Потому что она как бы легкая, и все ее проходили в детстве, как Чип и Дейла, а я на ней адово сливаю. И это кобзец, как меня не радует. Когда я вижу, что босс легкий, когда я знаю, что он сделает, когда я, блин, видел все его атаки, все его тайминги знаю, но почему-то я на нем сливаю. Хотя времени на реакцию там всегда более чем достаточно. Там нет ничего такого сложного. Да, ребята. Я уже объяснял много раз, почему реквесты будут только во ВКонтакте. Надеюсь, вы с пониманием к этому отнесетесь. Ну, не ладно, не регайся. Вот хорошо, Applejack. Скажем так. Хорошим, скажем так. Нет, не буду размещать ваш реквест за 100 рублей. Блин, я не хочу говорить, что если вас нет ВКонтакте, пишите мне на Твиче. Я вас реквесты запишу и приму их. Я не хочу так говорить, потому что да, окей. Эд Хейл. От Эд Хейла я могу принять реквесты. От Applejack'а я могу принять реквесты. Еще от нескольких зрителей я могу принять реквесты. Но также объявится Вован 310, который скажет, что блин, я типа кучу твоих стримов на Ютубе видел. И типа, я хочу тоже тебя зареквестить. Но у меня нет ВКонтакте. Принимаем реквесты. Я ему скажу: нет, Вован, я тебя не знаю. Он скажет: ну пошел ты нахер! И это будет плохо, понимаете? Нет, вот я не хочу, чтобы такого неравенства не было, понимаете? Я не хочу, чтобы не было такого неравенства. Да, сейчас начнется, а от меня. Вот я этот вопрос не хочу поднимать, понимаешь? Вот вопросы, а от меня, я их слышать не хочу, чтобы их не было. Если я буду принимать реквесты все подряд, то умный Петян какой-нибудь, который ВКонтакте есть, он напишет и там, напишет и здесь, и там, и здесь. И он оставит 6 реквестов, или 9, или 12, или 20. А мне этого не нужно. Нет, Applejack. У нас ВКонтакте нормальные люди сидят. Туда не заходят люди просто так. Ты так говоришь только потому, что ты сам контактом никогда не пользовался и вообще там никогда не заходил туда. Короче, не знаю, что делать. Не знаю. Вот из-за этого как раз не знаю. Из-за того, что кому-то лень. Нет, Эдхел, на форуме тоже нельзя. На форуме тоже нельзя. На форуме очень легко зарегать кучу аккаунтов разных. Очень легко. Ответить, как зовут усатого итальянского водопроводчика, можно и 10 раз, и 20. Можно, но это сложнее, Эд Хейл. Как раз таки дебил с этим маяться точно не будет. Это сложнее. Дебил с этим маяться не будет. По крайней мере, если будет, то у него это займет больше времени.
Поэтому, ребят, я вам говорю. Вот я, да, вот берите меня. Берите меня. Я тоже, как вы, долгое время говорил, что я не буду регаться ВКонтакте, зачем оно мне надо, я не буду там регаться, я не буду там сидеть никогда. Потом появилась группа. Появилась вся, началась вся эта петрушка с анонсами, с еще чем-то. Я подумал, блин, мне геморно просить постоянно кого-то за меня это делать. Я зарегался сам. Чисто для того, чтобы участвовать в деятельности группы ВКонтакте. Все. Постить анонсы и все. И какой-нибудь еще подобной дичью заниматься. И все. Я больше ничего там не делаю. Ну, кому не надо, значит... Я не знаю, что с вами делать. Я не знаю, что с вами делать. Что ради... Рестримио, зарегаться на каком-то левом сайте, Рестримио, это пожалуйста, а зарегаться ВКонтакте точно так же, потратив точно такое же количество времени, нахер надо? Охренительная логика у вас. Мне никто никогда не проплачивает. Вы постоянно, чтобы пользоваться какими-то программами, регаетесь на каких-то левых сайтах. В чем проблема зарегаться точно так же во ВКонтакте? Эмпротос, когда я закончу эти реквесты, я начну, объявлю там в нашей группе... В нашей группе я объявлю, что о начале набора, и... С того момента, в течение недели, буду принимать реквесты. Там будет пост, и под ним надо будет реквесты оставлять. Давайте нигде не сидеть и не общаться. Вот вы сейчас сидите, вы тут общаетесь. Раз вы так не хотите... Как туда залезть? Я извиняюсь, пардон, ребят. Как вы рассчитываете, чтобы я туда залез? Можно залезть, неужели? Дайтхелл, я знаю. Но понимаешь, что... Это неравенство создает. Создает неравенство. Я не хочу, чтобы не было неравенства. Если я принимаю твои реквесты, да? То значит, я тоже точно так же должен принимать реквесты другого человека. И третьего человека, который чуть ниже его. И четвертого человека, который чуть ниже него. И пятого человека, который чуть менее мне известен, чем этот. И шестого, и седьмого. И вообще все реквесты я должен принимать. Ото всех. А вообще ото всех. В итоге так получится. Я не могу поставить черту, что вот я вас вот ровно настолько, если я вас не знаю, значит я ваши реквесты принимать не буду. Идите нахер. Я понимаю, что принимать реквесты повсюду, везде, это круто, это клёво. В теории. В розовых мечтах. Это круто. А на деле это ни хрена не круто. Потому что это можно совершенно наглым образом забузить. И поверьте, желающие найдутся. Я более чем уверен. Я не говорю, что нельзя ЛХ. Просто мне кажется это неправильным. Мне это кажется не совсем правильным. Вот и все. Мне кажется, что это не совсем правильно. Вот и все. Что это не совсем честно по отношению к тем, кто
тоже считает, что много сидит на моих стримах, но просто по какой-то причине не пишут в чат, например. Вот много зрителей, они не пишут в чат, они сидят молча, они просто из принципа не пишут в чат никогда. Но это не отменяет того факта, что им интересно смотреть стримы, и они вполне себе тоже хотят оставить реквест. А если я их увижу первый раз, то просто я им скажу, я вас не знаю, ребят, отвалите. Хорошо, есть команда Time. Окей, хорошо, есть команда Time. Да, я знаю, что есть команда Time, я уже об этом думал давно. Да, хорошо. Окей, есть команда Time. Просим человека набирать команду Time, чтобы показать, сколько времени он сидит в нашем чате. Только, блин, одна проблема. Мы заливаем... У меня есть куча зрителей на Ютубе. Я заливаю огромное количество всей своей записи на Ютубе. А я их заливаю все на Ютуб. И наверняка есть люди, которые смотрят либо трансляции на Ютубе, либо записи на Ютубе. Они не сидят 600 часов в чате Кракена. Чё мне делать с ними? Слать их нахер? Или нет? Вот человек тебе придет, скажет, я смотрю все твои записи, все твои стримы на Ютубе и кучу все твои записи смотрю на Ютубе. Хочу тебе реквест оставить, я твой постоянный зритель. Я ему скажу, нет, чувак, извини, ты не сидишь на Твиче, поэтому иди нахрен, я тебя не знаю. Чё вот мне делать в такой ситуации? Я не знаю, что с этим делать, ребят. Вот я не знаю. Эта проблема неразрешимая. Если я просто... Да, пусть все приходят, всем рады, я бы рад. Понимаете, я не могу... нет такой программы, которая будет отсеивать людей, которые пытаются на разных сервисах зарегаться и... забузить мою систему. ЛХ, я тебе сказал. Молчаливые зрители, которых нет ВК, что мне с ними делать? Они могут смотреть все стримы. Они могут хотеть оставить мне реквест. Что, молчаливые зрители теперь не зрители? Давайте посчитаем, сколько у нас сейчас зрителей. На Твиче, я даже вам сам скажу, 70. И сколько из них у нас пишет в чат сейчас? А всех остальных давайте выгоним. Скажем, что они недостойные. Что они, раз они не пишут в чате, значит они никто и звать их никак. Давайте. Будут на Нового года, а что делать? Что делать-то? Да я думаю даже... Ну, тут скорее всего будет опять 3. Я не хочу как-то принижать тех, кто в чат ничего не пишет. И у них то есть точно такое же право оставить реквест, как и у любого из вас. Поэтому либо я отниму это право у всех из вас, либо не отниму его ни у кого. И в итоге этим можно пользоваться как угодно. Попердели в темноте. Я парюсь вперед, потому что какой-нибудь Васян, который считается самым умным, зарегает кучу аккаунтов. Ну ты видишь, пират, ты видишь, куча недовольных. Естественно, я буду принимать только в ВК, понимаешь? Но речь идет о том, что выборочно можно принимать у знакомых людей на Твиче, понимаешь? Что выборочно не получится, вариант с выборочно не получится. Вариант с выборочными людьми... Не получится, потому что тогда я буду какое-то неравенство тут разводить. Зачем мне это надо?
Естественно, если Васяну надо, он и 10 зарегает. Но у него это займет больше проблемы. У него это займет больше времени. Так, все. Под финальный босс. Пошел нахрен. А, да, замечательно. У меня управление в эмуляторе сбилось. Дагмат, ты себя на мое место поставь. Вот себя на мое место поставь. Я хотел. В идеале это, конечно, все хорошо. Я буду принимать реквесты ВКонтакте. Буду принимать реквесты на Твиче. Буду принимать реквесты на форуме. Буду даже на Эмуленде принимать реквесты. А потом я подумал, буду даже на Ютубе принимать реквесты. А потом я подумал, что человек, который есть везде, он может подумать, ёпта, а раз я есть везде, я могу везде оставить реквесты. Ах, какой я умный, сейчас нареквещу игр 50. Ой, а я еще могу фейков нарегать и зареквещу вообще 100. Понимаешь? Да, Дагмат, понимаешь, если прием только на ВК, то это значит, что я не буду принимать реквесты у Эдхэлла, не буду принимать реквесты у там постоянных зрителей, вроде Apple Джека, вроде еще кого-то, кого нету ВКонтакте. Я им скажу, нет, ребят, у вас нет ВК, идите нахрен. Потому что они не хотят регаться в ВК. А как решить эту проблему так, чтобы... И они не регались в ВК, и все остались довольны? Я не очень понимаю. Чё-то ты пока не очень сложный. Давай вторую форму. Оу, щит! Так, ладно. Так, надо аккуратней с ним. Все, тихо. Блин! А чё, он ваншотит, что ли, своим рыганием? Нифига себе! Мы же не знаем имен зрителей. Например, я как Йога даю реквест, и плюс еще КВК Андрей даю реквест. Да, вот, вот, я про это и говорю, Йога 18, я про это и говорю. Поэтому я говорю, что было бы хорошо, если бы все, кто хочет реквестить, просто зарегались в ВК. Потому что это не работа, блин, это не устраивается на дополнительную работу, это просто для удобства. Для нашего общего удобства.
Ну, нет, не хотят люди, не надо им это. Я их не виню, как бы, я не виню, я не говорю, что вот какие они уроды, что не хотят зарегаться. Я как бы ничего против не имею, не хотят, не хотят. Совершенно никаких у меня претензий к ним нету. Как бы это их дело. Но как решить эту проблему, чтобы все были довольны, и чтобы не было вот таких вот проблем, не знаю. Так, и время истории. В общем, этот босс, бургермейстер, правит этим миром, этим местом железной рукой. Он такой негодяй, что переходит улицу в неположенном месте, плюет на тротуары, не соблюдает этикет на дороге. Охренеть. Ему смертная казнь просто грозит. Попытки скопировать огненный пердеж бургермена, он потерял свой зад. Постоянно руки в козявках. Его девиз: можешь зависать с друзьями, можешь ковыряться в носу, но ты не можешь ковыряться в носах друзей, если ты не бургермейстер. Круто. Есть же форум, там фейки сразу видны админам. Как видны? Дайтхелл, можно так сделать. Можно так сделать. Можете всех своих друзей попросить оставить пост. Это очень удобно. Просто просите человека, типа, там, да вот сюда вот напиши и этот, и оставь реквест. Знаете, что я сделаю? Эдхелл, знаешь, как я... Хотя ладно, не получится это на пользу обернуть. Нет, не получится. Ладно, неважно. Забейте. Короче, все это меня на тоску наводит. Короче, я должен прыгать и не падать. И все. Блин, слишком рано прыгнул. Да, у меня паранойя. Да, у меня паранойя. Я до смерти боюсь Васяна. Потому что будет реквестов 500. Я просто хочу эту систему довести до совершенства. Чтобы она была не на коленке какой-то, работающей кое-как. Чтобы она работала нормально. Да блин! Закинешь до него свою козявку. Ну поэтому я спрашиваю у вас постоянно совета, как это сделать. Поэтому я с вами беседую на эту тему. Блин, опять я сделал неправильно. Не знаю. Ничего меня не спасет. Да, принятие реквестов за деньги на самом деле решает все проблемы, абсолютно все. Все возможные проблемы она решает. Только одна проблема появляется достаточно большая. Это проблема того, что я охуел и... Проблема того, что я охуел появляется. Которая никому не нравится. Блин. Get up!
Вот, пожалуйста. Я, Йога, я ничего против тебя не имею. Я абсолютно уважаю твое решение. И я учитываю его. То есть я поэтому не хочу делать такое Понимаете, у нас тут... У меня тут неплатное телевидение, за которое вы должны платить, чтобы наслаждаться им. Донатят только те, кто хотят. Все? Это ты? Это все? Че он Лёха это такой? Да меня от него бомбить должно было. Я даже не заметил, как его прошел. Капец, ребят. Тот босс был лучше. Короче, ребят, знаете, как я сделаю? Я скомпоную это все в несколько конкретных вариантов. И... замучу голосовалку. Вот смотрите, кто-то не будет регаться в ВК, кто-то не будет регаться на форуме, кто-то не будет платить даже там 50 или 100 рублей, из принципа не будет. Так какое решение это мне принять? Кому кто-то не хочет деньги платить, кто-то не хочет регаться в ВК, кто-то не хочет делать это, кто-то не хочет делать то. И я никого не виню за то, что они не хотят что-то делать. Я не говорю, что они плохие, потому что они не хотят это делать. Это их право. Но как мне сделать так, чтобы довольны были сразу все? Все, кто хотят это, и то, и третье, четвертое, пятое, десятое, и двадцатое, и сотое, и миллиардное. Чтобы они все были довольны. Это невозможно. Поэтому я и не знаю, что мне делать. Невозможно. Поэтому я и не знаю, что мне делать. Придется делать голосование. И не только в ВК, на форуме сделать голосование тоже можно, как вариант. И в ВК голосование сделаю, и на форуме голосование сделаю, и все. Рейнфорс, вот не надо, а? Тебе легко говорить. Есть зареган ВК, пусть будет только ВК, мне похер, пусть будет только ВК. Пошли они все нафиг. Да, Брикман, мы с тобой есть ВК. Остальные все пусть нафиг идут, сами виноваты. Это называется эгоистичное отношение. Я, наоборот, стараюсь думать обо всех. Да, остается только найти тот путь, который строит больше половины. Все, это единственный вариант, который остается. Ух ты, музыку написал Мэтт Фернис. Музыка крутая в этой игре. Догмат, я просто сделаю голосование, и все. Голосование будет и там, и тут. И там будет вариант. Реквест оставляет за там 50 или 100 рублей. Мне самому не очень нравится этот вариант. Но это гарантированно эффективно исправит все проблемы, которые могут быть с принятием реквестов. Абсолютно гарантированно. Могут решить все проблемы. Но может появиться одна очень большая проблема. В виде того, что многим людям я покажусь обнаглевшим по очень понятной, адекватной причине. И они меня пошлют нахер. Этого я тоже не хочу. Все, такие дела. Да-да, Телекантер Лем. Расценки будут, обязательно. Будут расценки, акции, скидки будут. Сегодня вы можете оставить 4 реквеста по цене 3. И прочий булщит, который никому не нравится. Так, все. На сегодня конец. Игру прошли. Как-то последние полчаса, наверное, я вообще просто... Даже на игру-то не смотрел, даже не заметил, как я ее прошел и просто болтал. Ну, тема была очень важная для меня, так что да. Будем решать голосованием народным,
Народное избирательство. Народ выбирает, как всегда. Против, если народ так решит, то я буду не против. Все, спасибо, что смотрели. Увидимся завтра с рулеткой и еще какой-нибудь игрой. Всем пока. СГВ-07, на какой вопрос ответить? Какой босс тебе больше понравился геймплеем и какой сюжетом? Геймплеем? Блин, я даже не знаю. Они все примитивные, они все крайне примитивные. Я не знаю, какой из них мне может понравиться. Блин, ты задал вопрос такой сложный, я даже не знаю, как на него ответить-то. Какие там боссы-то были? Хикбой, короче, самый крутой. Он кидает курицу как бумеранг. Это очень круто мне показалось. Мне это очень классная фишка мне показалась. А то, что он еще и майор в отставке, так это вообще просто охренеть. Короче, Хикбой самый крутой босс. И геймплеем, и сюжетом. Все, вот мой ответ тебе, СГВ-07. Святой Нот, я все игры буду проходить так же, как и сейчас. Я не буду давать гарантии, что вот мне зарекестили, там, не знаю, там какой-нибудь Сприган, который там на Impossible невозможно пройти. И если типа я его не пройду на Impossible, я там какие-то штрафы получаю. Нахера это надо? Это геймер будет для вас, геймер для меня, геймер будет для всех. Потому что я не могу стримить по отдельности сразу для всех. Я буду стримить сначала для одного, потом для другого, потом для третьего, потом для четвертого. Если кто-то хочет, чтобы я стримил для него какой-то адовый хардкор, там 50 часов или 100 часов, то, блин, остальные не хотят этого. Так что этот момент тоже надо учитывать. Короче, как всегда, я думаю, так, Догмат после меня, все, какого хера я болтаю? Догмат, иди стрим. Все, наболтался я. Если сейчас ты... Если нет, то пусть кто-нибудь другой идет. Не знаю, я не смотрю расписание после себя.